Всем привет, с вами я, Жура, и это мое новое видео по Chicken Gun. И да, как вы поняли, это продолжение нового обновления. Недавно вышло новое обновление 2.7.02, в котором появились довольно глобальные изменения. В этом ролике я вам покажу, как же вызвать Сиреноголового, что это за два новых портала, которые, возможно, будут в следующем обновлении, и что же это за новая карта. Все это вы увидите в этом видео, поэтому перед началом прошу тебя подписаться и поставить лайк. Заранее спасибо тебе, но давайте уже приступать к ролику. Что я сразу заметил после обновления, это то, что скины начали стоить по 199 монет. Следующее, что я не заметил, это новый вертолет. Да-да, это тот самый вертолет Свинки из Elite Squad. А знаете, почему я его не заметил? А потому что смотрите, где он находится. Этот вертолет прямо сейчас в игре можно купить и полетать на нем. Следующая загадочная вещь — это два очень странных портала, которые не телепортируют, а уменьшают тебя. И, кстати, прямо сейчас в ролике у меня получилось их дюпнуть. Так вот, что это за порталы? Один из них увеличивает тебя, а другой уменьшает. И, честно говоря, это просто бомбическая штука. С помощью зеленого портала ты можешь прятаться за предметами, а желтого ты можешь стать настоящим титаном. Возможно, разработчик случайно добавил эти порталы в игру. Я очень сильно надеюсь, что эти порталы появятся в следующем обновлении. Пишите в комментариях, если тоже хотите. Ну, давайте идти дальше. Новая странная карта, которая очень сильно похожа на Desert Town 2. Если что, эту карту заметил первее всех плеер. Карта очень классная, и она чем-то даже напоминает деревню. И было бы неплохо сыграть в прятки на такой карте. И она тоже, возможно, появится в следующем обновлении. Поэтому будем ждать следующих обновлений. Что ж, вот вы и дождались. Как же вызвать Сиреноголового? И да, сейчас я вам покажу, где же находится будка. Потому что я всю ночь искал правильный путь, чтобы дойти до будки. И вот я наконец-то его нашел. Поэтому я очень сильно прошу тебя поставить лайк за мое старание. И обязательно подписаться. Давайте же начнем. Чтобы мне не мешали зомби, я создал фримод. Перед началом ищем вот такую вот дощечку. Если хотите делать это в фримоде, спамните любой транспорт. И просто едете по прямой. И вот мы успешно приезжаем к нашему домику. Все поняли? Ладно, давайте еще раз. Ищем вот такой вот забор, спавним транспорт и едем через эти деревья. И да, я специально убрал маячок, а то есть зеленый текст. И вот, как вы видите, мы опять приехали. Обязательно ставьте за это лайк. А, стоп, я вам не сказал одну вещь. К сожалению, с версии 2.7.02 Сиреноголовый больше не спавнится в фримоде. Поэтому именно сейчас мы пойдем в обычный режим. Ну что ж, вот на ваших глазах захожу в обычный режим. И иду искать будку. И вот, наконец-то, я нашел будку. Могу сказать только одно. Шел я примерно минуты 3-2. Это было капец как долго. Ну ладно, давайте же уже вызывать сирену. И да, как вы видите, с Сиреноголовым все хорошо, ходить умеет, и он спавнится. Но что было еще, я прям в шоке. Теперь Сиреноголовый сносит абсолютно все ХП. Ну все, как вы видите, я вам показал, как же заспавнить Сиреноголового. Абсолютно точный путь до этого домика. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поэтому не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. С вами был я, Жора24К. Всем удачи и всем пока.